Сегодня хорошая погода, сегодня так ярко светило солнце, как поет Куши из фильма «Как назвать эту любовь». Мы приехали на озеро из леса и будем здесь сейчас ужинать. Маугли у меня уже поел, а я еще нет. Перекусон. Вот, Саша уже поел Маугли, а я еще нет. Я его привезла в эту сторону, а мне теперь обратно он руль не даст, потому что тоже хочет прокатиться. Моя дорога в лес, а его из леса. Поэтому я сегодня немножко замерзла, могу себе позволить коньячка, рюмочку. Вот коктебель у меня здесь. Все. Это у нас такой хлеб. Это я делала мясо в духовке. 3 часа запекала. Очень вкусное, сочное. Ну, взяли, что было. Схватили сырое мясо. На всякий случай. Потому что долго мы сегодня были. А это у нас вот это вот. Такой напиток. У нас и столик мы взяли даже. Я ветку нашел. Ну, ладно. А мы нашли здесь грибы формулины. Сейчас покажу. В лес красота. Ты не представляешь, как это я догадалась сюда все-таки заехать. Так мне не хотелось. Мы оставляли немножко маленьких. А сколько их выросло. Смотри, какие большие. Как же мне повезло. Круто. Если бы была зима, то мы их бы не нашли, эти грибы. Они на самой земле. У земли. Вот один. Остальные у меня в кошелке. Это зимний гриб фламулина. Вот он какой сверху. А с другой стороны ножка у него бархатистая. До самой макушки черная, пластинки светлые. Очень хороший гриб. Мы немножко здесь их набрали. Они чаще всего у воды и растут. А я и не знала. Ну, в тех местах, где много влаги, они растут. Хотя зимой зимние. Зачем им влага? Им снег надо. Нынче снега нету. Он небольшой. Здесь у нас такой хлеб, здесь у нас немного сыра, здесь у нас остался кусочек мяска. И надо вот это еще мне погреться. Коньячок чуть-чуть мне полагается. Озеро уже вечереет, уже становится на улице прохладно, а мы сейчас будем уезжать отсюда.